Мир – это сцена, а люди – всего лишь актеры. Ну как? Уже лучше? Кто там? Я твой агент. Ты должен что-то делать, у тебя нет денег. Может, договоришься о написании моих мемуаров? Разве не этим занимаются всеми забытые актеры? Порой я путаю реальность с театральной пьесой. А вы поверили, что мне больно, когда я сейчас простонал? Я поверила. А я нет. Можно я попробую еще раз? Нет, это уже перебор. В ближайшие 30 дней вам у нас скучать не придется. А если у вас ничего не получится, и я вернусь домой и убью себя, вы вернете мне деньги? Ты мог бы быть лицом рекламы средства от облысения. А как же мое достоинство? Мне нужна реклама с волосами. С моими волосами. Саймон Экслер и его убийственная харизма. Что произошло? Хочешь остаться на ужин? Это дочь моих друзей. Она мечтала о тебе, она тебя боготворила. Она думает, я одержима знаменитостями. А еще она лесбиянка. Флиртующая лесбиянка. Думаешь, ты в безопасности? А вот и нет. Когда она с тобой наиграется, она разберет тебя по частям. Я не знаю, что для меня хорошо и что для меня плохо. Выходи из машины. Вылезай сейчас же. Ты перестанешь встречаться с нашей дочерью. Ваша дочь уже взрослая, а ты уже древний. Три четверти всех наших поступков – ошибки. И я встречаю этот выбор с открытым сердцем. Давай, покажи, что ты можешь. У вас есть обезболивающие для собак? Только доза раз в 10 больше. Это человек? Я не говорил, что никогда не буду с дочкой. Что он говорит? Я понятия не имею, что он говорит. Что он говорит? Что он говорит?